С вами я, Александр Сучков, и сегодня у нас будет типа эксперимента, что-то типа того. Я не знаю зачем, я не знаю зачем. В общем, мне написал один подписчик, что будет, если закинуть ронда, извиняюсь, что не полная пачка, ну ладно, это ронда. Да, потому что лимонная ронда, в общем, да. Во. Может, вам видно, нет? Нормально видно должно быть. В общем, мы эту ронду закинем в газированные напитки. В общем, надо выбрать сейчас газированный напиток. Давайте я Mountain Dew пока что не буду трогать. Вот, у меня есть Mountain Dew, если что-то пойдет не так. И Iron Brew. И мы будем засовывать эту ронду в этот, в общем... Короче, в нашу газировку. Одну. Так, ладно, все готово. Вот, ну, то есть, чтобы вы там... Я возьму эту, ладно. Так, окей. Теперь, вот, чтобы вы там мне не говорили, что «О, это фейк, ты туда не закидывал ничего». Смотрите, вот, я открыл, то есть, Iron Brew, можно увидеть то, что я ее открыл. Ну, наверное, вам видно. Я сейчас вылезу отсюда, если... Вот, чашка. Специально для этого я сделал чашку. Вот. Вот его, наверное, будет видно, хорошо. Вот. Я заливаю сюда Iron Brew. Давайте. Вот. Видите? То есть я туда куда-то какое-то число могу залить. Так, нет. Я больше не хочу заливать. Все. В общем, да. У меня здесь еще пол. Даже какой пол? У меня здесь где-то... Ну, половина, да, Iron Brew есть. Еще. То есть вот. Какое количество я вылил. Там еще есть. В общем, что мы сейчас будем делать? Почему не в чашку? Почему не это? Ну ладно. В общем, мы будем закидывать сюда нашу ронду. Так. Есть проблема. Ронда не пролазит в банку. Поэтому я не знаю, что. Давайте мы ее просто закинем сюда. Ну, чтобы вы верили, то, что я типа реально закидываю там. Или что-то типа того, то есть что ли правда. Вот. Видите, ронда. И вот она падает. Ну, наверное, вам будет видно. И, в общем, ребят, ничего не изменилось. Или так мало нашего напитка. Или что-то пошло не так. Да. Подписчик написал, что там будут какие-то типа супергазы, как от Ментоса. Ну, потому что, может, если перемешать это все? Да нет. Странно. В общем, это говорит о том, то, что ронда это не наш... Ну, в общем, это не Ментос. С Ментосом это было бы круче. Ладно. То есть вот, я могу как-нибудь, не знаю, показать, доказать. Вот там видно то, что там... Плавает наша ронда. То есть я могу ее даже отсюда достать. Да. Блин. Ну вот, в общем, да. Вот она. Вот наша ронда. В общем, как-то так. Ладно. В общем, это доказывает то, что ронда, она не делает там какие-то взрывы в газировках. Ничего не делает. Это фейк. И вот как-то вот так. Я это доказал. Я это сейчас заснял все. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео, если вам понравилась эта часть. Сюда положу, ладно. Если вам понравилась эта часть, то обязательно поставьте лайк под этим видео. Потому что набирается всего 100 лайков, и я выпускаю новый видеоролик. Что-то типа... этого видеоролика, ну, немного будет по-другому. В общем, всем спасибо за просмотр еще раз, всем удачи и всем спасибо за просмотр, да, еще раз говорю. Всем удачи и всем пока!